Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, от имени Департамента развития промышленности и предпринимательства Новосибирской области я хочу поздравить вас. Все-таки эта выставка состоялась с открытием выставки «Дни в Праге», «Дни Сибири в Праге». Значит, будет еще и «Дни Праги в Сибири». Хочу поблагодарить Российский центр науки и культуры и лично Сбирунова Владимира Викторовича за ту огромную помощь, которую оказали в подготовке и проведении этого мероприятия. Хочу сказать, да, действительно, мы приехали сюда, но в состав нашей делегации входит не только декоративно-прикладное искусство, но и представитель Новосибирской торгово-промышленной палаты, представитель Департамента развития промышленности и предпринимательства. Мы готовы ответить на все ваши вопросы. Мы подготовили презентацию Новосибирской области, вы все увидите в цифрах и картинках. И мы готовы с вами сотрудничать. Пожалуйста, подходите, мы сегодня с вами можем обсудить, ну, есть интерес к любому направлению отрасли промышленности в Новосибирской области. Пожалуйста, мы для этого сюда и приехали. И я надеюсь, что будет дальнейшее сотрудничество. Приедут предприятия Новосибирской области и будут участвовать, естественно, в выставках, которые проводятся здесь. Ну и также я приглашаю к нам в Новосибирск. Я знаю, что легковики очень заинтересованы.